На заседании Кабинета министров обсудили изменения в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. В федеральном законе о долевом строительстве уточняется понятие «проблемный объект». Будут установлены нормы, защищающие права граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Кроме того, в связи с тем, что полномочия публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства были дополнены функцией по завершению строительства объектов незавершенного строительства, из закона Чувашской республики предлагается исключить мероприятие в части предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным застройщиком на цели завершения строительства проблемного объекта.